Ганг. Здравствуй, Гриша. Здравствуй, здравствуй. Ну как ты? Я замечательно. Ты готов? Я всегда готов. Что, поехали? Поехали. Я не такой человек, чтобы кидать таксистов. Я не такой. Я тебя хуем сделаю. Да заебаешь. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильно, рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Всем привет! Сегодня каждый из вас может стать таким же крутым, как и я, и получить эту шикарную тачку. Тебе просто нужно подписаться на всех, на кого подписан я. И уже через 3 дня эта малышка станет твоей. Шучу. Пацаны. Ну что, вы реально подумали, что я буду, ну, именно предлагать вам этот горох, участвовать в подобных схемах? Не смеши меня. Мистер Стонер рассказывает только про качественный продукт. Как, например, новая лимитированная Тинькофф Блэк с космическим дизайном. Это не просто карта. Это настоящий кэшбэк-монстр. Ведь благодаря ей вы можете получать до 1% со всех покупок по карте, до 15% кэшбэка на выбранные категории трат и до 20% при покупке билетов в кино и на концерты через приложение Тинькофф. А я, как любитель пошпилить и покушать, даю дополнительный кэшбэк 20% на игры и 15% на доставку еды. Про плюшки в виде бесплатного снятия наличных, бесплатно переводов с карты на карту и по номеру телефона даже рассказывать не буду. Это само собой разумеется. Слушай внимательно. По промокоду STONER ничего не буду говорить. Зато пройдя по ссылке в описании, ты сможешь получить бесплатное обслуживание карты навсегда. Просто закажи ее до 31 октября и все. Крутой STONER круто рассказал тебе про крутую карту. Что может быть лучше? Круче. 2 гангстер-рэпера, которые сейчас сядут в эту машину. Начинаем шоу! Какой хип-хоп... Район. Район. Ну, как бы так и есть. Бро, как бы так и есть. А где мы? Курская. Все, принял. Ну а что ты расскажи, что сейчас ты вообще в рэпе? Вот я с твоими пацанами, мы обсуждали, и вообще в целом с нашими гостями о том, что какое-то новое время приходит, какой-то перепросмотр музыки, настроение, вообще ощущение себя в музыке. Как ты оцениваешь нынешнее время? 100% не знаю, самим что-то происходит, что, видимо, была сейчас это у нас лет 5-6 такая фастфуд эра, и как-то все это надоело, хочется больше, чтобы мысли несла музыка. Знаешь, я считаю, есть треки, есть песни. Да. И вот если было время треков таких именно потречить, так сказать. Молодецких. Да, то сейчас как будто возвращается время песен, и сам себя что-то нахожу в том, что вот все более в какую-то, причем я даже не знаю, как это выразиться, серьезную, что ли, более умную, серьезную какую-то музыку тянет. Не знаю, посмотрим, куда это все придет, но скажу честно, вот это я забрал твою малышку, у меня есть кэш, поднадоело. Ну это этап какой-то был. Это этап был, да, но это, не, это имеет место быть. 100%. И толпы кричат NK, воу-воу, но как бы надо и не забывать, что... Не забывать свои корни. Именно, помни. Ты давно был в Ростове? Я, брат, был, честно говоря, давно в Ростове, но я постоянно на связи с Ростовом был. Я дистанционно. Я вот сам сейчас в Тюмень лечу, второго. У меня там будет 2 концерта в один день. Вау. Жду, не дождусь. Там бабуля, мамуля, все дела. Бесценные концерты дома. Бесценные, бесценные. А ты выступал уже? Да, конечно, да. Конечно, я выступал. Мы вообще в Тюмени как-то так вышло, что мы в Тюмени... Реально, походу, одни из самых знаменитых людей, в принципе. Я вот не знаю, Собянин, но он вроде не тюменский, он там просто работал. А так уж вышло, что Melon Music, Random Crew. Ну, это честь, знаешь, то есть... Представлять город. Представлять город, и мне кажется, прежде чем... ехать покорять Москву, нужно хотя бы в своем городе родном навести шуму. Но это так, на будущее все. Чисто мои мысли. Это я говорю тебе, кто еще не подписан на канал, исправляй это дело. Ну а как ты относишься вообще к таким экспериментам подобным? Я вообще к экспериментам в творчестве я всегда отношусь положительно. И я считаю, сыграл большую роль в том, что сейчас все рэп-комьюнити так вот прям
все друг с другом, и никто уже в этом ничего такого не видит. Честно, считаю, сыграл я роль, Федучок там, и это, может, так чуть закадрово вышло, но всех перезнакомили, всем... То есть я никогда не понимал, в чем проблема или в чем это там нетрушность, если два артиста, которые даже могут быть абсолютно разные, да, и в музыке, и как люди, если они поработают на студии, ну... Короче, кайф. И все вот мои такие случаи, когда я работал и со схожими мне по духу артистами, и нет, заканчивались, как правило, ну, всегда чем-то позитивным. Там, условно говоря, реально даже песни этой не обязательно выйти, но вот мы поугарали, что-то пообщались на студийке, и, не знаю, нравится мне это все. В итоге это вон куда привело, что сейчас реально как-то... Ну, да. Мне, короче, нравится, что все мы вот... сплотились, общаемся, с энергией друг друга отталкиваемся, старичков уважаем, новичков подтягиваем. Поддержаем. Поддержаем, да. Я вот всегда был за такую движульку. Круто. Ну, это такая верная эстетика. Меня впечатлил Wu-Tang, когда я увидел первый раз на кассете, думаю, блин, класс. Что они... их так много, да? Ну, да, они что там... они вместе, да, что такие типы. Я просто вообще в какой-то момент в своей жизни, это, то есть, не только на творчество у меня распространяется, я, в принципе, понял, для того, чтобы мне вот, как сказать-то, человек понравился, и мне с ним было комфортно общаться, мне с ним вообще не обязательно не разделять ни интересы, нам, ну, нам даже не обязательно иметь точки соприкосновения, просто... как в 2010-м читал Федук, пацаны пацанов видят издалека. Ну реально, как бы, если ты клевый чел, респект, погнали, если ты лох, то сори. До свидания. До свидания. До свидания, вот тебе билет, ехай нахуй, вот да? Такие вот дела. Ну круто, ну что, прочитаем уже что-нибудь? Мы сейчас зачитаем тречок «Старшие» с моего альбома «Free Rio», «Салют, мой братик Поляна», который сейчас находится в армии. Баста, вместо Поляны. Эй, эй. Ремикс в прямом эфире. Эй, эй. Мне кажется, или это правда? Ремикс, ремикс. Буда, Ляна, Баста. Армия. Во мне нет сомнений, даже малейших. Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших. Они уважают нас, как старейшин. Этот свитер Луи впечатляет женщин. Меня любят бабки, но я без морщин. Суки хотят себе таких мужчин. Взяли тридцатку, знаю, что борщим. Оставим дырку в голове, ты будешь как дельфин. Я буду делать бит на этот стиль. Стиль. Я буду говорить, и ты стих. Стих. Эй, покажи мне свой стиль. Уходи потух в фитиль. Здравствуй, сын, батя в деле. Yep. Дядя в теле. Yep. Ты обмяк и в теле. Yep. Больше не хотели. Okay. Твои типы читать не умели. Спокоен как йог. Выбежать, сука, я запишу слово йо. Выбежать, сука, я надеюсь, хоть не в год. И я в игре не первый год, но только набираю флот. Сдул все, что было на столе, как сквозняк. Я был ровным, но меня поменял косяк. Урчит животик, я дал три банга на тащак. Если речь про рэп-игру, то я ведущий в ней, как Савчак. Делал бы рэп, перестал бы. Перестал бы. Не смогу, не устал я. Нет, совсем не суперстар я. Но новым новичкам легко вставил бы. Но оставлю эту тему на потом. На потом. Заливаю чай кипятком. Кипяточком. Раздуваю кулаком. Дурак, тут каком висяк веселый улыбается. Ты сейчас слышишь двух самых мощнейших. Они уважают нас, как старейшин. Этот свитер Луи впечатляет женщин. Меня любят бабки, но я без морщин. Суки хотят себе таких мужчин. 100%. Взяли тридцатку, знаю, что борщим. Оставим дырку в голове, ты будешь как дельфин. Мешаю стиле, мутант. Делаю большие шаги, как гигант. Я просто уличный нига-музыкант. Говорю, они все копируют. 163 ка на мне сейчас, я Роман. Дагоут, козел, видишь мои рога. Предпочитаю ночь, увьё свое. Парень покурил со мной, убила она вдова. Видел много членов, как гинеколог. Видел много дерьмица, как уролог. Рядом мне случайный, хоть я и с рандома. Рядом мне... Ремикс. Во мне нет сомнений, даже малейших. Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших. Они уважают нас, как старейших. Этот свитер Луи впечатляет женщин. Меня любят бабки, но я без морщин. Все хотят себе таких мужчин. Взяли тридцатку, знаю, что борщи. Ставим руку в голове, ты будешь как дельфин.
MC такси, сомнений даже малейших. Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших. Они уважают нас как старейших. Этот свитер Луи впечатляет женщин. Меня любят бабки, но я без морщин. Суки хотят себе таких мужчин. Взяли тридцатку, знаю, что борщим. Оставим дырку в голове, ты будешь как дельфин. Я испортил, тебе трек, короче. Да все было супер, спасибо, отец. Что, оставь. Это набьет. На потом. Все, я понял. Это десертик. Короче, как-то так и двигаемся. Кайф. Ох уж это Москва. Все смотрю, такое знакомое, хочется поумничать, а в итоге ничего не узнаю. Зоопарк. Детский зоопарк. Детский зоопарк, что мы на 905-го? Не, вот поворот сюда, высотка на Баррикадной. И вот там кто-то живет, да, типа? Да, конечно. Даже на самом верху, там пентхаусик, да, вот где башня. Да. На самом деле, меня такая тема мотивирует. Я как-то до поры до времени что-то, ну, знаешь, как все, наверное, андеграундчики, типа, мажоры, блять, суки ебаные. А на самом деле есть чему стремиться. То есть я всегда так думаю, блин, у нас же одна жизнь, и кто-то ее вот так проживет, реально. Да. Ну, а кто-то как бы... И поэтому моя цель сделать так, чтобы про моего сына, возможно, говорили, мажорик, блядь, но типом он будет все равно грамотным, его батя оставит. А я в этом, я в том, что кто-то мажорик, в этом ничего плохого не вижу, так вот сложилось. Я считаю, что каждый сам выбирает свою жизнь. И я встречал мажориков, которые были в 100 раз покруче уличных, и поступки совершали такие, за которые их уважали потом во 100 крат, чем уличных. Поэтому именно, жизнь сама решает. Именно. Да, жизнь интересная штука. Никогда бы не подумал еще совсем недавно, что... Баста будет работать таксистом, да, но, как видите, да, а жизнь такие такая, времена, ох, Гриш, эти трэперы, бля. Гриш, жизнь такая, вы оставляете нам, ну, крохи, понимаешь? Гриша оставил мне крохи, понимаешь? Ну, а что делать? Со мной всегда крошки, я как хлеб. Класс. Блин, недавно переслушивал «Самурая», и что-то вот меня реально сильно впечатляет, что вы там на «ч-ч-ч», а Леха на «ха». Да. Это очень круто вообще. То есть это причем я заметил, что это многие не замечали. Они так слушали, я говорю, а вы вообще заметили, что тут все рифма на звуки? Ну да. Так это Леха сам придумал. Я как бы, у меня было просто на «ча», а он потом говорит, тогда я сделаю на «ха». Я думаю, крутягус. Может, прочитаем что-нибудь еще? Есть у меня тречок такой со своим дерьмом. Так, это он тут в телеге так называется. Так он называется «Не приходи». За всех своих пацанов с Melon Music скажу, мы в целом все постоянно записываемся. Постоянно у микрофона, студийка дома, все дела. И когда я долго не пишусь, у меня начинается вот это, блин, я теряю скилл, что происходит, как бы, типа, я всегда такой, так, надо сесть хоть что-нибудь записать, чтобы не разучиться там. И вот этот трючок был записан в таком настроении, а в итоге он мне и всем моим пацанам зашел, мы ходили, напевали, ну и я просто релизнул его синглом и кайфанул, короче. Погнали. Сплэш. Эй. Биг бой поднялся. Биг бой поднялся, но я тоже начинал с низов. Студийный джанки, поставьте на студии мой гроб. Не приходи на студию со своим фейк-дерьмом. Не приходи ко мне на студию со своим фейк-дерьмом. Парон, тусина, бля, не доктор Мон. Постоянно турю, я забыл, где дом. Заново представляю с тем, с кем уже знаком. Не приходи ко мне на концерт с этим фейк-дерьмом. Это куплет был или хук, у меня есть панчи, как хук, Я работал много, как хук, у меня есть дым, я как хука, Воу, на фиолетовом, как хувер, делаем эти купюры, Да, я красивый, как сука, На талант, на талант у меня чуйка, Работаю много, как чурка, Let's go. Биг бой поднялся, но я тоже начинал с низов. Студийные джанки, поставьте на студию мой гроб. Не приходи на студию со своим фейк-дерьмом. Не приходи ко мне на студию со своим фейк-дерьмом. Туси на бляни, доктор Мон. Постоянно турю, я забыл, где дом. Заново представляю с тем, с кем уже знаком. Не приходи ко мне на концерт с этим фейк-дерьмом. Те, кто
пишутся в машине так же, как и мы. Имейте в виду, на студии Melon Music есть много очень талантливых звукорежиссеров, во главе которых Думи on the beat. Поэтому, если вам что-то надо свести, или вы просто хотите поработать на одной из лучших студий в Москве, реально все залетайте в Melon Music. Также мы открыли Melon Music Pro на Соколе. Пацаны, это то, что вам надо. Говорю, потому что это реально тоже нужная вещь. Я до того момента, пока не нашел, если можно так выразиться, свою студию и своего звукаря, все было намного хуже. То есть это вас тоже, пацаны, прям раскрывает. Я когда первый раз, помню, пришел на студийку Aeroflow, я вообще, то есть я подхожу, одеваю наушники, подхожу к майку, говорю, йоу, и ревер, там, дилейчик, все, я такой, так можно было? Так да. Можно было, чел, ё-моё. Поэтому, пацаны, Melon Music, Aeroflow, Tambu Records, Газгольдер Рекордс, если потянете. Yeah. Будем держаться. Будем держаться. Расскажи, вот мне интересно, да. До вот вы, когда начинали это все, в каких условиях писалось, на какую аппаратуру? Просто я сам, мы начинали, мы писали и в микрофоны, палочки, и я считаю, если есть желание, то 100%. Тебя ничего не остановит. Интересно вот ваши условия послушать. Я первые в 96-м году записывал свою первую песню. Мне 2 года было. Представляешь, в наушник. Вот у моего товарища с кассеты на кассету, на одной кассете был минус, а на другую кассету писалось то, что писалось. То есть, вот. То есть там нельзя было, да, так сказать, факапнуться. И еще твои друзья просто злые, которые хотели ворваться, они говорили, бэн, ты все бартишь. Хрю, ты все бартишь. Там, да, да, хрю, ты все бартишь. Я говорил, дайте мне возможность, дайте мне шанс, дайте мне шанс. Я вот, допустим, альбом Нагана первый записывал в Шнулу, у него специально был порван провод, вернее, он нечаянно был порван, но он очень шумел и дерьмо делал. Мне все говорили, поменяй нормальный микрофон. Я говорю, не, это будет мой звук, типа, такое, ага. Типа, сохранение такого особого качества. Я вообще верю в то, что главное энергия, а не провода. 100%. Согласен, это, в этом я 100% согласен. И даже замечал, не знаю, это... Короче, мои, как правило, самые вот реально громкие пока песни, это были записаны дома, справа там шумел холодос, да. Еще чего-нибудь, мы это все там убирали, но да, есть это, правда. Да, тоже я смотрел выпуск Лехи, тоже вот он рассказывал, я уже, правда, в Москве жил, но свои трудности тоже были, и пацаны в Тюмени, там, и овощи, фрукты, и, ну, реально, вспоминаю, хотели писаться, вообще, пофиг, где да. Еще, дайте нам микрофон, биток, и меня, особенно вот в мои прям юношеские годы, реально было не остановить, то есть мне прям хотелось читать, и читать, и читать, и читать, и читать, и читать, фристайлить. А вот... Мне интересно твое мнение, есть ли кто-то сейчас такие новички, прям вот, от которых у тебя холодок? Ну, то есть ты понимаешь, что это те, кто сожрут тебя скоро? Слушай, на самом деле есть такие, и даже в моей банде есть такие, и я в этом на самом деле ничего плохого не вижу. Надо валить. Не, на самом деле, честно, я на успех вообще как бы не жадный, и то, что мои пацаны сейчас сияют, и если там пересияют, дай им только бог, потому что я считаю, реально есть поталантливые ребятки. Короче, сейчас, как правило, все, с кем я работаю по визуалу, по звучку, биты, мы там общаемся, я говорю, пацаны, вам сколько лет вообще? Они говорят, мне 14, мне 15. Мне 16, я говорю, ё-моё, пацаны. И также есть очень крутые всякие музыканты сейчас, очень самобытные. То есть если это как-то совсем недавно еще все косили реально под друг друга, и я прям это чувствовал, ну реально, как бы, и все вот эти темки прям слышалось, то сейчас вот наконец-то опять появились... Очень самобытный. Может, они всегда были, но я что-то вот годик-два их не видел. Можешь сказать про кого-то, назвать? Есть Малой и Тернити. Пишется 3 Тернити. Пацан с Нижнего. 15 лет пацану. Он что творит? Он там и на продакшене сам, и сводит себя сам. Короче, они другие. Я прям это слышу. И это неплохо, но и нехорошо. Просто они другие. Мне это, честно, нравится. Я вот слушаю, он мне скинул демочку, там даже текст. Я скачал тебя с инета, но не смог открыть, как поставить драйвер, чтобы я смог полюбить. И понимаешь, они там, они уже все в этой вот гипер теме, 3D принтеры, там, я не знаю, ультра биткоины, но мне это что-то нравится, не знаю, короче, кайфую я. Что-то современные дети как-то, они прям... Я также, я на вас также смотрю. Это круто, это... Это круто, это круто. Вот я кайфую вообще. Ну что, думаю, можем дать еще одну. Причем
причем я бы ее и до конца дослушал. Ни биточек, ни проектик, я ничего не нашел. Это, короче, трючок, записанный 11 лет назад нашему товарищу Егоричу Туби на его альбом «От конечки до конечки». Трек называется «Слушай сердце». Мне 16 лет, Федучку там 17 или 18, что-то такое. Это вот как раз времена, когда Федучок говорил «Я за Спартака», я говорил «Остановись, да?» «Старина, куда ты вообще лезешь?» Застегивали мы все поло Фред Перрин, все пуговки. Короче, старинный трючок MP3-ха, 2000... что это получается? 10-й год. Туби, Федук, Гриша, Будапешт, «Слушай сердце». Бит написали какие-то пацаны с Тушина. А это не та песня, которую я тебе присылал кусок? По-моему, это не та. Про шарф. Да. Не, про шарф это не та, но это вот с тех же времен. Гриша Будапешт. Митя Северный, Гриша Будапешт. Так, я помню весь текст, вроде бы погнали. Йоу, потерял отца, когда мне был год. Мамино доверие потерял после рефлекса рвотного. С Машей Шуваловой понабрался опыта. Остались лишь воспоминания. Глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем. Мы приходим к истине после пары напасов. Говном было раньше, а сейчас стало прекрасным. Рэп лавиной течет, мой рифм смешивая в краски. Остаюсь таким же сладким и свежим фруктом. А ваш микро сгнил и больше не прет. Там я как Амстердам, братишка, кидать шурика одной иглой по твоему крю. Хмурому мой рэп и я Муромец, и тебе скоро пиздец передал отец. 90-е года по наследству. Ты угрюмый гопник, и от этого нет средства. Притворяющий счастливым, а под толстовкой разбитое сердце. Эй, эй, и Федучок тоже разорвал. Надо послушать. Под этот милый биток я говорю друзьям спок. Остаюсь наедине, только я и листок. Будто в корзинку бросок. Мой голос чистый, и как без пальцев песок теряю мысли. Ваши системы зависли от темы, от душистской. Как после зала, браток, приятная боль в мышцах. И моя вера в то, что все осуществится. Не прогрессом Японии, а силой мысли. Цикличной жизни, это слабость каждого. Меняй сценарий, среди ночи появится радуга. За пределы аквариума, греби смешанности. Будь не стильным, а сильным, будь не сучкой, а милой. Я не даю советов, но слушай сюда, бомбина. Расширяю сознание, как сосуды конина. Дырявлю деревяшки 45-м калибром. Но достучаться до сердец Москвы, увы, не хватит сил. Они все взаперти в клубе у Тимати. Они все взаперти. Егорыч, туби, салют, братья. Я задаю верный курс, заполнив ваши души. И не всегда там, где икра бывает. Блин, вкусно. Такие приятные сейчас свое внимание, воспоминания. Когда все стрелки намертво встали, и на ручных часах нули на циферблате. Я тогда прям сильно-сильно-сильно, сейчас чуть подубавлю. Сильно-сильно-сильно, вообще вот для меня... Ну, я до сих пор, если честно, особо мнение не поменял, но «Бразилец», группа «Рыночные отношения», да. Вот это прям... То есть я всегда как-то в башке, наверное, реально косил. То есть я вот... Я, короче, скажу честно, я был тем типом, я настолько вообще стенил бразильца из группы «Рыночные отношения», что я там на хип-хоп.ру форуме нашел его профиль. И там типа посмотреть все темы, все сообщения этого участника. Я просто сидел, смотрел, что там бразилец пишет на хип-хоп.ру. Выискивал какие-то супер старинные, рарные, старинющие демки, где там... Я не знаю, бразилец и Гриша Труман еще в составе Underwater. Короче, я за все шарю, пацаны, считаю, очень важно. Как тебе новый альбом, Ром? Ой, понравился, очень сильно. Ну, просто это уже как будто не то, что я ищу в музыке, да. Если тогда я вот... То есть я их слушал за этим именно, за этим посылом. Мне кажется, что они меня как-то, не знаю, воспитывают. Вот я такой околофутбольный графитчик, чуть-чуть правый там. Ну, короче, да. Все эти темы. Но это реально было супер близко, и мы этим жили. То сейчас какие-то другие времена, повзрослели мы все это. Но при этом все равно бразилец, вот скажу честно, как был, так и остается точно топ-3 в России. Гоут — это очень сильно, и мне нравится, что мужички
не отступаются, стоят на своем. То есть как было там, ну, эти видишь, новые рэперы — это шляпа, так и осталось, короче. Рейтинги показывают, да, что людям очень интересно эту музыку слушать. То есть их альбом на первом месте. Так они потому что и легенды, это раз. Во-вторых, это реально качественный рэп, это два. А в-третьих, ну реально, мне кажется, чуть люди подустали уже слушать пустышки. Хочется вот каких-то... Ну вот как... Наш фиточек, от которого ваше дыхание замирает. Скажи, пожалуйста, а что от тебя нового ожидать в ближайшее время? Слушай, не поверишь, я, короче, всегда хотел где-нибудь сняться в кино. Вот позвали, в общем, сниматься в сериале «Сказки Пушкина. Я видел, для взрослых». Я видел это, видел. Я сыграл царевича... царевича Елисея я сыграл. И мне... Фу, бау! Мне очень сильно понравилось. Это совсем другой мир. Это очень тяжело. Надеюсь, я там хорошо отыграл. Я сам еще ничего не видел. То есть мы снялись, нам сказали, премьера в ноябре. Все, сидите, ждите. И также готовлю по музычке. У нас с Майотиком пишется вот этот альбом, который мы объявили. Просто мы жили вместе. Он сейчас съехался с малышкой. У него вступает во взрослую жизнь. И именно на дистанции так чуть тяжело нам добить. И еще такая проблема, что когда так много музыки пишешь, тебе через месяц там уже треки не заходят, и хоть они реально объективно крутые, ты такой, блин, уже не тот соус, уже не тот соус. И, конечно же, после этого всего я не знаю, но я, короче, без остановки пишу музычку, я думаю, во что-то это выльется. У меня есть серия детройтовых. То есть у меня есть детройтовый альбом «Free Rio». Блин, ты можешь что-нибудь прочитать из Детройта своего? Ну, хоть что-то, кусочек. Да, могу без проблем вообще. Бомбани. Могу, может, какую-нибудь демочку, которая, типа, нет нигде? Давай, конечно, конечно. Только я могу ее не помнить. Слышно? Не от мастера. Free Rio 2. Это на Free Rio 2. Когда надо было доказать, я проявил себя. Подсел на это дерьмецо, я убил себя. В одной руке Вудик, в другой кап, моя идиллия. Думаешь, я пишу в своих текстах, это рилия. Твой любимый рэпер, это мое тылья. Малой растет так жестко, это уже не миния. Мелан, это не просто туса, бром и гильдия. Не факую со скользкими типами, вы как мидия. Тебе не понять меня. Плак думает, что он слайм, пытаясь наебать меня. Твоя малая врет, она едет час от царя. Если моя малая узнает, она тоже уйдет от меня. Damn. Я играю с огнем. Было скучно, я достал калаш. Я играю с огнем. Ровный пацан, что-то вы понял, мы его с огнем. В 7 утра я названиваю плагу, типа бро, подъем. Мне нужно дерьмо сейчас. Они не факались со мной раньше, но я дерьмо сейчас. Я дерьмо сейчас. Даже не могу ответить, который час. Короче, мы... Мясо, 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 мясо. Мы базарим дерьмо на битах. Пацаны, если кто-то залетел на Детройт звук и думает, что же я не то делаю, вы читаете рэп, а на Детройт, как бы это ни звучало, нужно базарить дерьмо. You gotta be a shit talker. Talk your shit, player. Talk that shit, boy. И тогда все у вас будет четенько, реально вам говорю. На Детройтике нужно выдавать грязь, пацаны. Быстро написали все в комментик снизу, если любите свою маму, а вы ее любите, надеюсь, если вы нормальный пацан, поэтому комментик. Мы вам сейчас что-нибудь еще зачитаем. Могу вообще бесконечно палить демки. Окей, на блатных движениях. Подъезжаем. Берем банк, Окей, я еще малой, я не хочу быть взрослым. С самой басты мы заезжаем за толстым. Мы сейчас поедем, надо обкашлять вопросик. Если ты сервер, мы тебя дудосим. Это очень хуёвый фристайл. Но он тебя все равно вставил. Забрал твою суку и вставил. Окей, я наруш... Для меня нет правил. Я вожу этот движняк, еду, словно я важняк, Рэп нежный, самый нежняк, Окей, со мной стая, и я ее вожак. Я вожак, накинул бы пиджак, У меня инсектофобия, и при этом на мне оса. Оса? В руке коса, эта смерть подошла, запросила косарь за мою судьбу и жизнь. Я сказал, смерть подальше от меня, держись от меня и от моих парней. Люблю своих пацанов, как гей. Окей, тёлочки клеятся на меня, как клей. Окей. Со мной рядом Корней. Не забывай своих корней.
эй, парень по выходным балдей, эй. Садись попой на свой Харлей. Окей, я Джокер и со мной Боб Марлей. Как ее? Что-то я забыл. Окей, Боб Марлей, курю больше, чем Дэмиан Марлей. Парень, фильтруй свой базар, сравнимо с Марлей. С Марлей? Йоу, это с Марлей. Лучше не с Марлей, лучше с Маркой, поправним. Я кайфанул, спасибо, я думаю, мы скоро увидимся. Я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты откликнулся. Мы здесь, это MC-такси, все оформили подписочку, комментик. Yeah. В этом сезоне будет много горячих, клевых гостей, я знаю точно. Спасибо отцу за него, лайк там, комментик, все дела. Немного шума для меня, это было прекрасно. Bye. Спасибо, и конечно же, к Мелон на студии обязательно. Мы адреса оставим все. Приходите, yes, записывайтесь, sir. создавайте yeah. свою судьбу сами. Рэндом Крю, Мелон Мюзик, Газгольдер, всем спасибо. Оджи Буда был здесь, я вас обожаю. Спасибо, отец. Спасибо, брат. Скоро увидимся. Есть.